Приближение зимы почувствовали и жители Томска. В некоторых районах города в четверг тоже выпал первый снег. Правда, было его немного, и на дорожную ситуацию осадки не повлияли. Однако уже через несколько дней синоптики предупреждают, с востока придет циклон, который накроет юг Западной Сибири. Автомобилисты массово поехали на мастерские шиномонтажа, готовятся к гололеду и городские службы. Уже в ночь на пятницу спецтехника будет дежурить в 10 точках города.